саженца можжевельника среднего Gold Star, раскидистый вечно зеленый кустарник, обладающий слегка желтоватым оттенком хвои. Плоды на растении встречаются редко и имеют форму круглых шишечек, их нельзя принимать в пищу или использовать для народной медицины из-за их ядовитости. Высота кустарника не превышает 1 метра, форма его кроны очень напоминает звезду или цветок. Растение станет отличным украшением любого сада, особенно в хмурую погоду. Данный вид можжевельника любит солнце и неприхотлив к типу высаживаемой почвы. Можжевельник средний Gold Star – это многолетнее растение высотой 100 см. Кустарник хвойный лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 150-250 см в диаметре. Можжевельник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола можжевельник средний Gold Star можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. Весенняя окраска листочков золотисто-желтая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.